Совсем скоро на льду Цельской арены появится наша команда. А пока встречаем талисман хоккейного клуба ЦСКА, лучший конь страны! Судья всероссийской категории Алексей Рабодин впервые в истории отечественного хоккея проводит тысячный матч чемпионата КХЛ в качестве главного судьи. Алексей Рабодин более 20 лет обслуживает матчи на высшем уровне. Неоднократно работал на матчах финала Кубка Гагарина. Входил в десятку лучших судей КХЛ по итогу сезона. Был признан лучшим главным судьей КХЛ сезона 18-19 и стал обладателем приза Андрея Васильевича Старовойтова. Ваша овация, друзья! Для вручения памятной награды Алексею Викторовичу Рабодину на лёд ЦСКА арены приглашается главный арбитр, вице-президент КХЛ Алексей Владимирович Анисимов. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Дамы и господа, матч фонбет чемпионата континентальной хоккейной лиги, чемпионат России по хоккею сезона 22-23 между командами ЦСКА и Салават Юлаев объявляется открытым. Просим всех встать. Звучит государственный гимн Российской Федерации.